Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео я вам покажу, как же победить любого босса в игре Wildcraft. Итак, вот. Да. То есть, что имеется в виду? Игра основана на том, что вы выбираете персонажа, заходите за него, выбираете карту и начинаете изначально проходить обучение, там, как охотиться, как там есть, как еще что-то. И тролля тополя, вы повышаете уровень, к вам присоединяется волчица, опять же повышаете уровень, заводите ребенка и тому подобное, так как я. Вот у меня уже, смотрите, 4 человека и плюс друг, то есть леопард, в общем 5 получается. Вот, то есть это получается семья. Что цель? Как побеждать, все знают. Вот, она так. Съедаете, то есть вы питаетесь, вам пополняется жизнь и энергия. То есть, ну, чтобы победить босса, нужно найти его на карте. Вот, он вот здесь. Мы сейчас туда добежим. Ну и параллельно поатакуем. Итак, вот мы с вами прибыли к боссу. Это у нас в этот зимний лес, у нас здесь медведь, у него 8000 жизней. Что нужно сделать? Нужно просто сделать первое нападение, бегать по кругу, и ваша семья будет просто его добивать. Вот смотрите. Вы просто его побеждаете, бегаете по кругу, но главное, чтобы у вас хватало скорости, энергии. Хотя бы у вас должно быть 150-170, чтобы вы могли бегать по кругу, вам ее хватило. И не так случилось, что будет меньше, вы остановитесь, он вас просто добьет. Вы не сможете ни атаковать толком и не убежать. Вот, это все, что вам необходимо знать. То есть, а потом за эти же монеты вы можете покупать сундуки, в сундуках будете получать предметы, животных. И все, что вам будет там нравиться. Также посмотрите B2B. Ювелирная компания, которая существует в Украине с 2018 года, августа месяца. Они принимают депозиты на вклад в серебро и золото, закупка ломом и продажа изделием. Здесь предоставлен выбор выплат. Еженедельно, ежемесячно, раз в 3 месяца, раз в полгода, раз в год. Более-менее будет понятно здесь, как я расписал. Это будет тот процент от той суммы, которую вы вложили. Очень приятно, комфортно, приятные дивиденды, карьерный рост. Ссылка в описании. Вот и все. Вот ваша, получается, миссия выполнена, запомнили. То есть, чтобы хватило всегда энергии. Это самое главное. На каждого босса по уровню будете уже смотреть, если у него какое-то 8000, то значит вам хватит до 200, если же будет уже 30000, то скорее всего вам надо будет 300-350, так выше, то есть энергия, то есть на побег с семьей, это в одиночной игре, в мультиплеере там уже то же самое, просто с друзьями, с реальными людьми вы пытаетесь сделать как бы заданную цель. Вот и все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте прожимать колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Всем пока!